Что значит? Я стрим запустил, сейчас Лена узнает, что мы играем. Хавейрыч. Поздравляю. Команде удалось найти хим-контейнер. Дань, ты посмотрел этот? А, Дань, посмотрел картинку, я скинул? В Инстаграм скинул картинку. Я посмотрел. У нее два высших образования рвутся наружу. Да. 10 секунд. У них на самом деле два. Сучка, я просто... А чё это я? Контейнер обнаружен. Захватите его. Все, да, в онлайн. На какую, она вовремя заставит привет, пусть какой еще? Ну, спасибо, парни, что подождали. А, нет, она ждет Руслана. Все нормально. В смысле? Ну, не подождали, я ушел, он не стал вас заебывать, чем проблема? Все просто делать. А, и снайпер, снайпер. Ух, блядь. А. Ух, убили этого петуха? Просто пульса. Просто пульса снял. Это еще один, еще один. Груз. Ага, другой в этом. Не поджимся. Другой в этом. Привет. Привет, Дэн. Че, какой счет? Че, кто? Привет. Мне нужна постраховка груз отсюда. Да. Да какого хуя? Мину поставил. Лена, ты видел, как я доминирую, папа? Ох ты! Когда у тебя с лица слазит? Ну чё, Рус, кураешь, я поставлю здесь, примерно, здесь. Да. Окей? Да. Новую дверь заказывай. Всё, не крою. Пускай бота. Дай. Кто-то прикрывает, Макс? Только ты. Мне бы за растяжкой спуститься. Макс, можешь подождать? Сейчас, подожди. Ну, да, просто нужно бежать. Сзади, сзади! Меняю магазин! Убил? Нет, не убил, нет, не убил. Я просто отстрелял. Все, спустился за этой... за растяжкой и поднимаюсь к тебе. Только такой. Противник прекратит все действия. Противник здесь. Устранить угрозу. Какой счет у вас? Вы не скажете, нет? 0-0. Серьезно, вы только начали? Чё, да. Больные, что ли? Блин, я думал, она нормальная. Противник близко. В этом. В кабинке сидит. Наделись на тебя. Защищайте один контейнер. Один враг еще жив. Заходи, заходи. Рост вот тут. Дальше, дальше. Вижу я, где он. У меня 25 кп. Живи. 6 секунд. Да мы не... Давай. Блин. Тихо, это мой. Ладно. Я его ранил, потому что... Все честно. Я не стал... Да если бы даже убил, я бы, да недолго бы вопил. Опять старые добрые тима, ТТ через термит. Затащили все. Я сегодня даже бухла не брал, чтобы не смазать, блять, веселье после там 11. Так, ну пойти спать. Типа такого, чтоб не было. Ты пробовал таблетки от головы? Да. Помогает? Да. Я спать пойду, что сейчас, Вар, что ты? Ты завтра работаешь, что ли? Нет. Напишите Василию, пожалуйста. Знаете, когда я работаю? Я уже написал Василию. А, напиши ему узнать, как Макс работает. Я уже знаю, как Макс работает. Ты скажи, как он работает. Как он завтра работает. А то, ну, в те выходные он тоже работал. Нет, тихо, я отдыхал. Мы доиграли. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Как-то
А? Хорошо работает. Кто? Макс, это что? Наверх. Укрепил стену! Это не то. Эндом опять можно катать. Во что можно катать? Эндом опять не надо катать. Да? Мир решили всем бесплатно дать, чтобы хоть кто-то в нее играл. 10 секунд. Еще 5 секунд. Давай круто. Мы сейчас пройдем. Контейнер не был обнаружен. Защищайте объект. Я хотел это обсудить. Ubisoft. Play. Как он называется, 100% этих очков, потому что можно скидку себе 20% за габах. Не знаю. Чтобы есть, конечно. Да откуда они? Они... Там их вполне было. Там в каждой их игре дают там на лицо этих очков сыпят. Ну, кстати, могу сказать сколько. Скажу. 144. Обеспечьте оборону объекта. А чё вы бываете? Прикрало ведь. Короче, кто предзаказ сделал 7-го подъезда. Побежайте противнику, завершить процесс. Блять, моего чувака убил. Блин, я... Ну как... Он ранен уже был. Кто не слышал, да? Ну я не видел, сорян. Не-не, этот... Вов, тебя просто не слышали, потому что... Я так и не понял, только пиздеть гораздо и будет... Я никому не обещал, что я куплю Division. Я, если будут деньги, возьму, вот только так я могу сказать. Я, скорее всего, куплю. Ну, я же... Я... Мы с тобой договорились, что мы бету подождем. Проиграем. 7 марта, это... что ли? Если сделать предзаказ до 7 февраля, почему у нас повторяют и глухих, и... Я не сделаю предзаказ до 7 февраля. Ну. С 7 по 11 число будет закрытая бета, где будет как бы много всякого говна, чтобы еще проиграть. Ах ты с... Блин, он перестрелял тебя. Там буквально ему чуть осталось. У меня просто было хп меньше, чем у него. А так я ему нормально втащил. Он за счет скорострельности. Все, сидите. Справа. Это вот нога не его торчит? 30 секунд. Нет, он шевелит. Тихо. Рус, расслабься. А, да. Веселитесь! Заплюнул. 15 секунд. Еще один рус. Сзади, да, сзади. Куда куда смотрел? Остается 5 секунд. Хорош. Задание выполнено. Противник устранен. Это ты тут застрелил его. Да что вы, блядь, переубивали всех моих, блядь? Почему ты? Ты убил моего, который в капкане вот сидел. Он же забежал, ты не бил, он в капкан попался. Нет, нет, он лежал в коридоре раненый, а потом Эш поползла. И этот чувак добил его. А, 75 дали не за капкан, за то, что я его стрелял в него до этого. Точно. Да. Тогда да. Ну хорошо, хорошо. Ленчи, ты готовишься там? Она без звука сказала написать ей, когда закончу. Да. Ну ладно. Нужно найти химконтейнер. А ты как бы не выездной пока в должности или сколько-то лет просто? 5 лет. Пока работаю. Да? А пятилетки у вас нет, что ли? Нет. У нас даже официального запрета на выезд нет. У нас есть рекомендация. Поздравляю.
Удалось найти химконтейнер. Вчера только разговаривали об этом. С 2006 года у вас запрещен, ну, не рекомендован выезд. Нет, когда с этим... Реформа была при Медведеве. Нет. Когда с Украиной случилось. До начала. А до этого мы имели право выезжать, потому что был рапорт согласован с Украиной. О, отлично. Только это наша тема на самом деле. Он камеру убивал, что ли? Спроси у него, напиши вопросительный знак. Да, не убил. Да. Так он повтор должен был увидеть. Fuck, sorry, I broken the cam. Он хотел камеру убить. Макс, здесь этот чувак. В окне. Можешь подойти его снести? Хорошо, ты умеешь тут дойти. Да. Понял. Сейчас я его обойду. Можешь пострелять там, как что сделать? Уверен, что он там? Ну, конечно. Где-то вот там. Паста пойдет. Его. Патронов нет! Заходи. Че, это было неплохо. А мы отсюда пойдем, мы же с улицы должны идти. Щитон. Здесь как? Пойдем с улицы. Да я хочу прожечь там, вовнутрь. О, допрос, пизда. Я в туалет иду. Иди в туалет. Это что было? Да долбоёб, но меня застрелил и на допрос попался. Пойдем, я тебе предлагаю с улицы зайти. Надо сверху заходить. Ну, сверху зайти с улицы. Сверху, со второго этажа. С внутри. Или. Ладно, блять, мы не успеем. 53 секунды, 38 секунд. Не успеем. Давай. Проходи где хочешь уже 38 секунд. Давай. Хер знает. Я картой платил. О, меня запросят сейчас. Туз, уходи. 15 секунд. Где 15 секунд уже, херня? Противник здесь. Устранить угрозу. Еще 10 секунд. Охрану контейнера прекратить. Вот, зато убить. Еще 5 секунд. Сучара. Все противники мертвы. Сучка. Да просто надо было идти, откуда я тебе говорил. Как в прошлый раз мы бы зашли, но ты почему-то не слышишь меня. Потому что не слышишь, скажи просто, я, Рус, тебя не слышал. А потом, когда слышал, стал не понимать. Знаешь, идти как бараны через одно и то же место, ну это как-то, они же люди, они же были подготовиться к тому, что мы пойдем опять оттуда. Если бы мы зашли бы через лестницу, где мы убили... Ты что, ни разу не играл, когда мы выбирали одну и ту же точку, и каждый раз через одно и то же место люди проходили и ебали нас? Тысяча случаев, тысяча. Рабская ночь. Мистер Максимилиан М. Сильфрага. Он не один играет. Ну да. Максимилиан. А у вас такого нет. У нас есть свой Максимилиан у нас. У него просто ник другой. К обороне. Враг не должен обнаружить линк контейнер. Парень.
Я не отображаюсь, Вов. Остается 10 секунд. На Твиче не отображается. Осталось 5 секунд. Кто-то еще смотрит. Враг попытается обнаружить контейнер во время атаки. Враг нашел хим-контейнер. Женя, скорее всего. Женя отошел. У него там пробежка. Генератор помех активен. До магаза, за макарохами. У него пробежка там где было. Вечерний-то. Хорош. Да, Макс Лусиан убил. Хорош. И Максимилиана там нет. Убил. Жив лишь один противник. Давай. Блин, Макс там вообще четверых положил. Красавчик. Да я его. Тащи, Макс. А то что-то тут одни трубки. На мне этот самый. Я понял, на мне этот самый. Макс, представляешь, если бы у тебя еще и голова не болела? Да. Кажется, ты бы еще четверых нашел. Из своей команды. Упал. Он разбился? Да. А, нет, игра бы тогда закончилась бы. Сука! Он меня наебал. Это мистер Максимилиан. Может всех убить. Не выходите с точки, не выходите, нас всех убьет. Пошел нахуй. А что за этот оперативник? IQ. Ой, этот нет, Twitch. Тебе Макс понравилось в плюсата играть? А, я что тебе плохого сделал, что ты понимаешь, чем ты? Что плохого? Мы нормально общались, не грубил тебя. Ну я просто видел, ты за плюса играть стал. Гаджет активирован! О, заебись. 30 секунд, дай, просто подожди. Он стоит на респе. Ага. Всего 10 секунд. Еще 5 секунд. Время вышло. Захват удалось сорвать. Задание выполнено. Это ты был? А, вот он как, сука, сделал. Ты понял? Упал. Я вылез его и умер, сука. Да ты... Причем тут он сделал? Он нихуя хитрого не сделал, Макс. Если бы он упал и сломал ноги, игра бы закончилась. Он оставался один, его никто не мог поднять. Нет, он упал так, чтобы это... Ну, звук был, что... А он не, ну, как бы не ранился. Ну хорошо. Ты, если бы он ранился, Макс, игра бы закончилась. Ты че как не поймешь? Я знаю, но он упал с такой высоты, чтобы не раниться. Понимаешь, ну... это просто был звук. Да, ну и что? А ты из-за того, что думал, что он ранился, побежал к нему? Типа, а, ну я понял, что ты говоришь, типа, если да. бы... Да, игра бы остановилась. А он не стал бы лежать? Нет. Не-не-не. Ну, мне кажется, это на интуитивно было непонятно. То есть он услышал звук и сразу ринулся. Я просто не подумал о том, что игра бы закончилась. Я просто не говорил. Определите, где хим-контейнер. Да, я же... Ну, ничего страшного, ничего такого нет. Шо? Они там же. Там же, они их, блядь, нихуя ничего поздравляю. Не учат, по-моему. Команде удалось найти хим-контейнер. А, нет, где мы? Блин. Запущу, может, у меня какие-то. Да, давай запусти. Где эта ёбаная лестница? Сзади. Где-то
Осталось 5 секунд. О, жимчики. Брат, слышите? Угу. Разбили. Контейнер обнаружен. Захватите его. Где тут? Жи, братюня. Да вы что, гоните, что ли? Подрывчики. Как он меня убил? Тихо, я своего поживчика снял. Не забывайте, репорт. Тут же Максимилиан. Блин, не могу его убить. Заканчиваю. 3-1. Хорош. Макс. Да. Откуда заходим? Стой, тут ломанатит. Так, сейчас. А, ладно, сейчас. Лесбуха там. Так. Эми граната. Так, ты где? Вижу. Так, они же не тут. В смысле не тут? Они как раз за стеной. А, здесь? Все, вы, вынес этого петуха. Прикройте, заряжаем. Хорош. Противник устранен. Было прям хорошо. Связка. Это было прям вообще замечательно. Прям в башню ему сразу. Да. Точно уж хакс. Я не говори, блядь. Ну нифига, Макс, на 11. 11 харь, блядь. Бля, я прям слышу, как из Иркутска шуршит язык об питерскую попку. Так, Макс, поздравляю. Это медь один, понятно, почему так много ты убил. Да не надо уже, блядь, переобуваться, блядь. Ты что, все в меди, что ли? Да, я в меди, я в меди. Я в серебре. Все, кроме меня, в серебре. Даже Лена выше рейтинг у нее. Вов, ты, может, не расслышал. У меня золото. Подбор-то был по меди, мне кажется, нет? Нет. По золоту был. По золоту был подбор. Лен. Ну ладно, Лен не играет, запускай. Подожди, я напросил ей написать сейчас. Хера себе. Чайковского надо забодежить. А я могу включить микрофон, интересно? Нет. Было бы прикольно. То есть вот что такое после 11 фрагов, блядь, начинаешь думать, что можешь включить микрофон, там. Нет, это же моя конфа, я думал, что я могу реально. Включить микрофон. Да, ты умный, на самом деле, много чего. Я думаю, пора уходить победителем. Давайте, спокойной ночи. Да, мне кажется, самое время, Макс, потому что... Я не шикар. Будешь выебываться, я тебе микрофон выключу, понял? Сейчас в этой игре следующий яму что-то пойдет не так, потому что ты слишком много тебе начал думать. Да, обычно молчать. Обычно так и бывает, на самом деле. Белен-то. О, Вася, да. Сейчас вместо 11 фрагов будет 11 смертей, блядь. Да, скорее всего.
Так, я тут, да, все, все. Нифига себе. 800 человек написали. Ну, так это просто Руслан говорит, да ладно, запускайте пизлины. Да, я так и знала. Ну, прикинь. От Руслана-то как бы я ожидала его. Ну, кстати, да, я тоже не удивлен. Такой он, блядь. Угу. Так вот. Предсказуемый. Типичный членоносец. Он-то здесь, он что, он это слышит? Не знаю. Там не жалко, что ли. Я ему микрофон выключил, так что. Да, и Макс. У нас ЧСВшник появился. Че такое-то? Че там случилось? Да, да, Макс за 11 дюбит сделал за одну это. Кровать синевую, вот знаете. Че у тебя с микрофоном? Че не играешь? Да я могу, Рус, просто я спросил у парней, говорю, и так как я типа главный в конфе, я могу ли я не включить микрофон, чтобы она меня услышала? А есть не вызов, что у меня синдрома, блядь, теперь, да? Типа я убил один человек, и теперь я думаю, что все могу, знаешь, включить микрофон, удалить, и так далее. Пойду анзом пройду, там демо-версия, да? Да, пойду игру через демку пройду, да, старая тема. О, Василий, ты как всегда вовремя. Тебе у тебя все болит. Привет. О, ты что, не играешь, что ли? Меня нормально? Да, тебе нормально. Не понял, Вась, блядь, тебя что, не ебет день радуги, что ли? Сейчас начнет. Знаешь... Просто не объясняй, мы все поняли. Опять занос. Вася, он опять Он как Владимир Владимирович, он ему речь, походу, пишет. Я тебе так скажу, он меня ебет, но зато он не ебет кое-кого еще. И я вот кое-кого еще вот сейчас откровенным уже языком послал нахер и просто сказал, я все, я с ребятами играть и отъебите меня. Вот прям вот практически не. Вот так. К обороне. Да, у меня была такая ситуация. Он устал, тебе болит голова. Я говорю, Настя, теперь день радуги. Она говорит, ты трёх не хочешь спать. Противнику удалось обнаружить контейнер. Смотри, как... Дань, ты помнишь, что вторую не закрывать? Да, я разобью её. Вася тебе рассказывает про свою историю. Генератор помех активен. Ситуация. Обо мне никто в этом смысле не знает. Рубаю глушилку. Мне говорят, ты этот ребёнок. Пусили стену! Ты ж сказал, какого хера? 10 секунд. Я уже сказал, все мне срать. Я отработал. Еще 5 секунд. Пятница. Разведбот противника обнаружил контейнер. Оставьте меня выбежать. Спасибо, да. Ладно. Бля, верх не надеюсь, закрыт. Кто не стримит, и эта хуйня не попадет на свой. Я стримлю. Нет. Я могу нарезать клип и скинуть ссылку. Тихо. Парни из окна идут. Гостиничного номера открыл. Тихо. Блин, здесь кто-то сломал. ЧСВшник в этом раунде. Он не играет. Он сейчас микрофон, мне кажется, будет лучше. Пожалуйста. Заткнись. Серёж, а сок ещё сок? Шлакат. Оттуда, Эш. Смотри назад.
где? Это как? Это через... В смысле через стену? Один оперативник. Да какого хуя я в нее попал? Да, Даня, почему через стену? Я кидаю объекта. Это невозможно просто. Процесс захвата прервали. Устранить противника. Группа погибла. Ребят, вот скажите, пожалуйста, как это возможно? Я подхожу к стене, и подходит к стене Эш, а подходит чисто туда, где я сижу, и стреляет. У кого-то это забавно. Туда не... Она через стенку тебя убила? Да, просто она бежала, остановилась, начала стрелять в стену. Она могла тебя услышать? Репорки. Макс вообще опять всех разматывает, я хуею просто. Да это ЧСВшник заслуженный вообще. Просто он один, блядь, по всю команду размотал, кроме последнего пипана. Вот вы бесполезные вообще на максималках, блядь. Вам надо было убить всего одного, блядь. Он все за вас сделал, блядь. Бля, Макс, ты так... Вова, ты это, так, такая... Максим, там ничего не шершит у тебя, там нигде не шершавый? Нигде не шершавый. Определите, где химконтейнер. Никакого, только не шершавый. Ухо шершавое, блядь. Че там? Опять кто-то кому-то лежит, блядь. Я боюсь, что у Макса мозоль образуется. Вов, ты перестань. А, Вова вылизывает, что ли, там? Чистку, блядь? Вова там устроил чистку, блядь? То есть есть такая опция все-таки, да? У Вовы, видимо, есть, да. Он что-то последний раз чистит. О! Дитя чихнет, спиздеть не даст, блядь. Будь здоров, дай. 10 секунд. Он примерит пиво, блядь, с фисташком. Блядь. До начала 5 секунд. Чем бы дитя не тесало, если бы не беременела, блядь, Вов. Обнаружите и захватите химконтейнер. Так, стойте. Дайте с верхнего этажа зайдем, там будет кавейра. Макс, я знаю, что будет. Слышишь? Да. Если зайдем с верхнего этажа... Я наверху уже. Я с тобой. Сейчас, подожди. Так, здесь заплывайте. Так, стой, не отсюда, нет. Так. Опа. Смотри, видно. Что? Да. Я понял. Меня отходи. Так. Надо прикрыть, и это, я сейчас... Это я взорвал. Так, кидаем бота. Бот активирован. Есть? Да. Спрыгну. Тут еще один. Василий там договорился. Тихо. Где? Нет, все, заходи, Дань. Заходи. Все нормально? Да, вы стали у меня разговаривать как роботы, поэтому мне пришлось перезагрузиться. Это Дискорд. Да, давай. Я думал, это комп. Хорош. Магазин сменил. Так, стой, давай теперь это, чуть-чуть по это. Тихо. Прикрывай. Давай. Посмотри, как ты играешь. Бил? Не умер. Есть там. Бил или нет? Нет. Здесь? Я же его убила. Блин, там док в камине сидит, у него прям, не знаю, 5 хп. В камине? Это же док. И Валькирия. Он погонцанный. Ладно, да. Он сильно погнал. 45 секунд. Как ты его убил? Блин. Надо спускаться. Срочно. Валькирия, док в комнате с камином. Хроник случайно, бесплатно. Это дополнение? Нет, это Майнкрафт. И Валькирия на другой стороне. Да как так нахуй? Откуда? Откуда? Инфа. Просто... Да? Нет, да, 15 секунд. Я отметил его. Вот. На точку. За что? Да, секунд. Ты его ранил. Добей его. Заходи, я не
Противник здесь. Устранить угрозу. Убил его, надеюсь. Живых да, просто зайди. Тихо. 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 Противник жив. Красавчик, а тот добей его просто. Ножом, ножом. Приседай ему. На лицо ему сядь. Противник нейтрализован. Я опять всех что-ли бахнул? Да опять всех убил, я просто бесполезная команда. Не, стопай, я одного затащил. А, да. Ну, блядь, вот, если да, ты одного затащил, как Макс опять всех убил, блядь. Ну я одному сняла 99 хп. 99? Ебать. Подожди, 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 тихо, тихо, Вов, тихо. Один всех убил, другой одного убил, третий 99 хп. А я чуть-чуть, блядь, весь раунд хуй сосал, что ли, блядь. А где мы выбираем? Стопэ, стопэ, 2-2-1. Знаешь, как прокачать твой стрим? Как? Заходишь, ломишься, умираешь и от лица Макса показываешь игру. А, ну да. Тихо-тихо-тихо. Блин. Макс, ты мамки да, блядь, да. Мы так... Она им же ответила. Василий. Максим, ты задонатил? Ты не видел заявление в полиции, есть? На похищение шутки, блядь. Четырехлетней давности, блядь, когда мы еще шутили так, блядь. Скажи Максу, чтобы эту шутку... Максу этого... Дани, чтобы эту шуточку вернул, блядь. Разведбомба пока нашел химконтейнер. Лен, не закрывай, там бесполезно. Стой, не-не, дай, не закрывай. Я верх сейчас закрою и приду. Ты сейчас убил трансляцию? Нет, все работает. Еще 10 секунд. Макс, я... Осталось 5 секунд. Не-не, я... А, он так шутит. Не, я... Типа... Не дайте врагу добраться до объекта. А я... Не приходил никуда, блин. Я чё-то... Даня. Закрывай, куда ты побежал? Сейчас Лена отхватит. Ух, сейчас Лена отхватит там. В будку. Какой этот рейтинг у соседей типа? Лена не отхватила, Лена убила. Иди, покажи, как Лена убила. Лена, покажи. Лена ух, я нормально. Убила. А еще покажи. Один враг а еще. Вот Даня? Yeah. Группа Макс. Противника уничтожена. Вот. Просто красота. Не все в одно очко полезли. Давайте, пацаны, выведите меня из меди. Никак не могу выбраться. Вот все по одному убили. Ну не тебя все по одному выводят. Кроме меня. И видите, как получается сразу все. Приятно же, когда люди не бесполезны в команде. Да. Да. Их поэтому и набрал в команду Вов. Сколько нужно заплатить Вове, чтобы он меня тоже боготворил? Никого не боготворю. Заканчивай. Я тоже хочу, чтобы про меня так говорили. Ну вот когда будешь убивать по 7, по 11 человек за игру. Сейчас таких пиздов, блядь. Не, между прочим, время полдвенадцатого. Убиваю. И чё, кто-то музыку слушает? Нет, жены дома нету. Нужно найти химконтейнер. А ты, я даже понял, где ваш общий человек. Совместно, да. Че? Люблю. Это вот из тех, которые я сегодня зачитывал, который, блядь, говорил, что он утром просыпается и жене за сдачи раздает. Первый этаж. Команде удалось найти химконтейнер. Слушай, чё? Как? Расскажи, пожалуйста, как? Пиздов дать? Я сейчас нахер прыщу. Чё? Как так получилось? Ну, типа, дочка пошла в гости... У вас всего 10 секунд. Подруги. Не, как так получилось, что ты стал много говорить? До начала 5 секунд. Что? Идите к точке, где находится объект. У меня никто не лагает. Это кухня. У меня тоже никто не лагает. Ну вы же не понимаете, короче, Вася. Надо заблизить сверху, если. А как так получилось, натуре? Что получилось? Ну то, что Вася спрашивает. Я не слышал, что он спрашивает.
убил его, что ли? Да. Два такой, как будто, блядь. Как будто так и надо. Я сама научился. Все можно пробивать тут, если есть у нас термит. Хуй у нас термит. Блин, тащи, тащи. Ну, я не могу, я не вижу ни хрена. Отойди. Вот, там кто-то шел, по-моему. Блять, с другой стороны! Я как сзади. Сзади, да, из комнаты с подарочком. На-ка. Брат, в пути. Пятку просто шок бот херач. Есть мина. А с бота нельзя, да, метку поставить? Вот ходит по этажу, как только я что-то плентить, он сразу же ко мне придет. Фрост на метке. На метке, прям на метке. Просто от два ствола. Какой Питер? В Голландию мы же едем. Да, не в Голландию. Нахуй, мы в Питер едем. Ты спроси, как он, нет, как он решил ехать. Ты спроси, как он решил в Голландию ехать. Даня, расскажи, как ты поставил жену перед фактом. Слушай, съебываю в Голландию. В смысле, на ПМЖ? Нет, ну просто отдохнуть. Нормальный ты такой. Подожди, то есть мы с тобой планировали еще с того момента, как Макс приехал в Москву. Это ты с ним планировал, он с тобой не планировал никуда ехать, понимаешь? Он планировал, Вась, говорил, что он поедет. Тебе так казалось. Вась, смотри. Ты оказался разменной монетой. Нет. Да подожди ты. Я так думаю. Майских праздников две партии получается. Давай одну партию в Питер, одну в Голландию. Я с удовольствием. Не, вторую партию в Голландию точно не поеду, потому что, извини, у меня подготовьтесь к обороне хим-контейнера. Даже жду не согласился. Полтинник всего. Полтинник. Вот у меня нету этого полтинника. А Женя согласился, что у него нет ни жены, ни... Он врага нашел хим-контейнер. Да, а так мне что-то выбирать. Я выберу к Максу, сразу же не давайте пойдем до ланьки, можете. Не, я к Максу впитываю с удовольствием. Только я пойду, потом, когда приедем к Максу, у вот эту улицу на букву Д, не помню, как она называется, да, тем, которые всех ебут. Есть 5 секунд. Генератор помехает. Ты хочешь, чтобы тебя тоже ебали, что ли? Разведбот противника обнаружил контейнер. Где ебут разутого. Вот, а там не Дунская улица. А, ну, конечно, не Дунская, он, наверное, привык. А зачем ты едешь в Питер, чтобы там тебя съебали? Так вот, я же пойду. Тихо. Я просто думаю, что Женя туда захочет идти, потому что он там уже был. Да, у него там арбалет. Тихо. Метки. Я на метке. Смотрит мой стрим. Бля, Вова, ты это видел? Не, Макс, я не... Ну, хотя тихо, ребят. Тихо. Видишь, у тебя криво, как... Тихо, блядь, закройте... Один в капкане, один в моем капкане. Да, там слева, слева. Да. Прячься.
Кан, чем ты прёшь? Я же тебе говорю, что как капкан. Зайди, там еще один капкан. Провал. Если бы мы сидели, все умирали бы. Нет, нет, Макс, они не поумирали, у меня скрыли сбоку дверь. Я побежал, потому что дверь скрыли. Вот, это сзади шел твой, который скрыли дверь они. Я поэтому тут побежал. Меня бы вскрыли бы. Меня бы не там, не здесь, а там бы убили бы. Короче, Вась, на Майзе в Питер вообще изи, с удовольствием. Более того, у меня там даже хата уже предусмотрена. Это отлично. Его встречают. Почему ребенок показывает на вентиляционное отверстие моего ноутбука, говорит дым. Уже не идет. Хотите, я дам вам промокод Delivery Code на минус 40. Ты реально где живешь? Ты знаешь район Питера? Да. Что ты ржешь? Мой? Красногвардейский район, тебе что говорить? Понял, он сейчас скажет. Он показывает дыма, идет из моего ноутбука. Дим, у тебя там. Какой у меня тут дым? Ваша задача – обнаружить химконтейнер. Он постоянно показывает на вот этот, на вот это, что горит дым. Из-за того, что у Дискорда сейчас плохо с серверами и у всех румбу войс, так вообще, что у Василия румба семья такая. Знаешь, семья такая, как говорит. У Василия, кстати, нет румбу войса. Просто такой мир Дикого Запада у Василия, да? Так, это самый верх, вроде как. Да. Так, погодите, погодите, все, вы, у вас сейчас нет напряженного момента, просто Вова сказал, что он... Поздравляю, команде удалось найти химконтейнер. Это лучший вариант. Начнем через 10 Мне секунд. Вот это больше всего нравится. Когда никто не пиздоболит, блядь. Мы можем нормально поиграть, там пацаны страдают уже. Контейнер обнаружен, захватите его. Это много, да? Ну, блять, кто такой даун? Кого на респауне там убили? Никого не убили. Заряжаю. Кто-то там хотел слиться из пацанов. Блин, Одесский район, это не там, где я сижу. Да. Понял? Покоцал, кстати. Блин, надо, наверное, добить, да? Там окно не пробили. Пробей вот это вот, пожалуйста. Ой, ну да, я сначала вот так вот сделаю. Нет? Меняю магазин! Макс, пробивной готов! Это все пиздешь и правильно. Зафиксировано. Время 0-0. Блять. Так что понял эту шутку, блять. Противник в смысле, Вася понял. Все увидели. И Вова увидел эту шутку. Заметьте, он даже немного похож на Макса. Если Макса побрить, надеть темные очки, то получится пульс. Сейчас Макс тебе вот так вот за пульса сделает. А вот метро Кировский завод у вас считается отстой? Ой, блядь. Он... Короче, Даня знает какие-то фразы о Питере, и он такой делает вид, что он такой все знает, блядь. Даня. Это как бабушка в интернете такая. А чё это там, внучок, покажи мне свои мемасы. Я смотрю карту, где живет Макс и где я жил. Я жил ровно в противоположном месте. Да нет, я... Значит, ровно в противоположном месте. Я в Петербурге. Не могу. Такая тошнилка, блядь. Пойду чай лучше сделаю. Рус. Рус, да, да. Мы по очереди говорили бы. Не, у Макса просто такой голос, будто ему уже суют прям в глотку. Что это? Рус. Все расходятся? Нет, только я. Нет. Я только пришел. Вася, ты пригласил? Ты работаешь все. Завтра? Да. Все ребят, побеждали и хватит. Сейчас. Макс, завтра мы в меди будем все. Не.
Че, Василий за сзади вот затащит. Он тоже в меди. Ну сейчас нам дадут противника. Че, все, заводим. Василию надо заходить в соседнюю команду и сливать инфу. Не, между прочим, когда мы с Леной остались вдвоем, мы не кисло так тащили. В обычке. Нет. Остановиться. Вов, вот ты бы не пиздел, зашел и поиграл. Да. А то ты такой умеет. Без Макса это, я думаю... А тебе какая разница? Ты все равно в это не играешь. Тебе какая нахер разница, какой рейтинг у тебя? Мое ложное эго страдает. Эго, блин. Лен, вы когда уезжаете? Мы никуда не уезжаем. Вы же собирались куда-то. Ну, денег нет. Мы держимся. Ну, мы держимся. А Руслан вообще знает, что мы начали новую игру? В смысле, почему мы начали новую игру? Не знаю, потому спросила, что меня пригласили, и вот мы тут играем с мертвым парсеком. Ну как я спросила, заводим, да, все, я завела. А Руслан с вами есть? Да, он есть, он даже типа выбрал ягера. Лен, меня спросили, что заводим, и я завелась. Ну да. Дрынь. Охуенно. Вот, а можно водички, пожалуйста? Водички можно, пожалуйста? Она так жалобно говорит, что я уже пошел выливать воду. Уже понес, да? Пожалуйста, просто знаешь? К обороне, не дайте врагу пройти. Что? У тебя в мае когда день рождения? 29-го. А. Не, у меня просто... Тоже у жены день рождения в мае, и я подумал, а вдруг... Ты ищешь... Докладываю. Вдруг я твоя жена. Соприкосновения, да, какие-то вообще паттерны, да? Не, просто интересно. Вдруг скрываешь гугл, убиваешь людей. Сектор защищен, сука. Не изучаешь, что у меня день рождения. Да. Просто в Питере так мало народу, что... У вас 10 секунд. Все дни рождения. Противник обнаружил заряд. Всех обороне. Осталось. Блин, я даже не знаю, где здесь вообще стены. Взрывчатка обнаружена. Да, кто мог всегда это пиво? Чешское? Чешское пиво. Вы будете там из серии там какой-то Бочкарёв или чешское? Давайте чешское, типа, просто чешское, блядь. Да. Колючку поставил. Ну-ка. Ладно, давайте, всем спокойной ночи, хорошо поиграем. Пока. В смысле? Да, завтра пока. А я с кем играю? На Б, я башу на Б, закрой за мной. Я на Б закрою. Давлю колючку. Да какого хера ты это сломалось второй раз? Я пошел на Б, просто там только Лена. Надо... И там уже сломали. Мне, по-моему, Wi-Fi опять взломали. Прикиньте, да? Я тебе сломаю. Да, вот здесь вот прям смотрит. Wi-Fi. Рус. Убери да. Вот эту вот свою штуку. Это не моя. Я ягер. А, понял. Приятного аппетита, Руслан. Спасибо. Маверика, чуть покоцали. Что у нас тут на Б жара? Лен убила последнюю палку. 15 человек, серьезно? Как, блин, сверху. Вот этот стреляет. Он, видимо, висит на этом. Ты лучше не высовывайся, а? Нас тут только двое. Ой, блядь. Не особо крутые игроки. Блядь, да что ж такое? Убейте ее, она лежит, убейте, прям на метке, убейте. Убейте! Она уже лежит, прям. Да ну. Никак. Там Руслан же, это сзади Руслана происходит. Меня сейчас убьют. Вася, меня убивают! Вася, меня убили! Извини, я успел ее только ранить. Один оперативник жив. Ну, жесть. Извините.
Я был ослеплен. Тихо, и тебя... тихо, Вась, тихо. У вас 15 секунд. Жив лишь один противник. Всего 5 секунд. Блять. Провал. Группа устранена. Ну ты молодец. Да. Мне надо было сидеть прятаться, я ебло, блядь, тупое. Да ладно, слишком... ты охуенный молодец, блядь. Ты практически вытащил эту катку. Вообще слоу хп. Правильно, Макс ушел. Руслан, я тебе сейчас скину тему. Давай, давай. Сука, я его уже хочу, его, блядь. Ой, только очень. Значит, это Руслан скин. Руслан, я тебе в личку скину. Да, уже открывай. Супер. Хогрус. Да пиздец. Когрус. Блядь. Это зашквар. Ты в Вов играешь еще, что ли? Не плачь. А? Не плачь. Вов это, наверное, для меня самая большая загадка. Начнем через 10 да, секунд. Да, наверху, ну там, да. Вот обнаружил взрывчатку. У вас еще 5 секунд. Тачанка на респауне. Ваша цель — обезвредить заряд. Ребят, аккуратней. Че, Вась, кинуть тебе туда? Ой, блядь. Блин, у меня здесь кто-то есть. Последняя палка там. Там просто и это азиат. Обидно. Сука, умри. Вася, какой ты злой. Опасный парень. Там видишь кого-нибудь, Дань? Деактиватор потерян. А он есть, да? Меня увидели. Да. Откуда? Откуда? Из коридора. А, не-не-не, за зарядом прям сидит. Деактиватор снова у нас. Прямо за зарядом сидит. Сейчас за щитом спрячется. Все щиты! Вообще-то я стрелял группа по нему. Нейтрализована. Что значит красава, блять? Я стрелял по нему, просто не смог. Не, ну его прикрыл. Ни разу не попал. Лох. Пидр. Я не его, насмехайтесь над ним. Сука. Повтори еще раз, Вов. Блять, они даже с этим заебали тогда с Сережей, блять. Просто заебали тогда с этим, с чупом они сидели, блядь, целый день. Зайдешь к ним, лох, пидр. Ну не Вов, неплохо получается. Ну да, да. Ну у чупы ты еще не слышал, как получается, блядь. Сколько чупа-чупсу лет?
38. К обороне, не дайте врагу пройти. 41, по-моему. В смысле 41? Нет, он ровесник, по-моему, с ним. А, ну тогда все ясно стало, блядь. Раз он ровесник, то 37. Ну я говорю, 38, мне казалось. Ой, что ты делаешь? Сори. Зачем? Просто, Даня. Что? Sorry. Какой цели ты сейчас добивался, скажи мне? Он с тобой заигрывает, понимаешь? Он же не может рюкзаком косить, дернуть там рюкзаком тебе дать после школы. Вот он тебя стрелял, блядь. Осталось 5 минут. Ты давно не говорила, что я... Враг не знает, где заряд. Говорил, я уже забыл. Дань, это так бывает, когда с одной женщиной такой в жизни встречаешься, и женишься потом на ней. Ой, все вот как ухаживание. Хуёво вообще. Использую глушилку. Включаю глушилку. Можешь закрыть. И чуть кого одна стенка. Специально для есть тебя припас. У Лены всегда есть стенка в запасе. Она, знаешь, как хозяйка такая, домохозяйка, у которой всегда есть все с собой. Иди закрой, Лен, тогда вот стенку. Можешь тормознуть на секундочку? Все, я тебя не буду больше дверь. Бесит, да? Вот они женщины всегда бесячие такие. Да их пиздить надо просто. Да. Да, можно. Где ты? Смотри, я стою. Все уже. Я уже проебал на тебя один заряд. Да, люди жизнь проебывают, блядь. Ты заряд только проебал, блядь. Я на нуле! Потом они вот так вот названивать начинают. Вот здесь вот. Взрывчатка обнаружена. Этот, ребята. Маверик. Они обреды сделали, он прям такой вот в кассу прям. Я никого не убили, что? Если ты лежишь, аккуратнее, там этот самый бот был. Его здесь ломают. Прям руками, что можно. К ногам подстреляете. Там за колючку. Граната! На! Съела говно. Да блять! Рус, Рус! В дырке мало. Хорош, поднимай меня. Поднимем тебя! Люблю в патчу давать этому дракову, блять. Да, да, да. Сидим, не высовывай. Есть всего 10 секунд. Брода. Еще 5 секунд. Ага. Нихера не. Хорош. Времени больше нет. Да сквыбли их. Налили им свинца на рыло, блядь. Аф. Вот так вот. А у меня отпуск начался. Порадуйтесь, что ли, за меня? Мы радуемся. Я отработала полгода. Как вам такая инфа? Время. Так быстро да, летит. Да хуя, конечно, ты отработала. Найдите заряды с помощью бота. Я вот на одном месте... Полгода уже пролетело? Да, да, я вот на одном месте 4 года отработал, блядь, и заработал много чего, блядь. Долгов, проблем, блядь, со здоровьем, да. Геморрой, радикулит. Да, да. Геморрой.
Подожди. Кавайра. Лен, это в этом... На мой взгляд, нашел заряд. На мой взгляд, если ты отработал на одном месте полгода и тут же бежишь, вот, надо у вас всего 10 работать. Секунд. Значит, работать тебе не очень по кайфу. Это, в смысле, начнем у нас по трудовому кодексу обязан быть отпуск через полгода. Это я понимаю, но если... Деактиватор снова у нас. Местонахождение заряда известно. Обезвредить. Это, конечно, охуенно, что у вас... Я полгода отработаю и очень много бонусов. Ну, это охуенно, что у вас есть свой трудовой кодекс, написанный, блядь, Леруа Мерлен. Я очень рад за этот трудовой кодекс. Еще у вас другой какой-то? Всегда удивляли. Если он лучше, чем трудовой кодекс Российской Федерации, то это зачет. Ну, во всяком случае, он с трудовым кодексом Российской Федерации никакого отношения не имеет. А если никакого отношения не имеет, то первого. Почему не имеет? Отключим электронику. Сучара, Сучара, это темная версия. Да. Просто вот как можно так по крысиному убивать? Просто знаешь, такое надо из него крысу уроборос сделать, блять. Крыса, которая пожирает собственный хвост. И в итоге сожрется сама, блять, в аннигиляцию нахуй. Ебать, даже мне страшно стало, блять. Новые грани Василия. Подожди, а ты до сих пор стримишь? Да. Нахуя? Вова пришлёт тебе потом нарезку. Не надо. Можешь искать пока курсы по управлению гневом, блин. Василий, ты вот этого насмотрелся, что ли? Не, я ничего не насмотрелся. Бля, я просто такой по жизни, бля. Я в 9 классе рисовал, как чуваки с бензопилами отрубают конечности у других чуваков. Без бензопил? Без бензопил? Тем чувакам не повезло, они были без бензопил, да. Немного не свело, я так называю. Это что ты насмотрелся? Ничего не смотрелся, это просто... А что, что-то не так? Сука, умри! Остается 10 секунд. Вася жесткий. Там бот, и он сдох. Он у вас 5 секунд. Для ботов и мучается. Он страдал. Противник не должен обезвредить взрывчатку. Используй глушилку. Блин, у нас вот здесь стены вообще не закрыты. У меня есть одна лишняя стена. Закрыть. У меня две есть. Надо поставить. Я поставил. Заряд обнаружили. К обороне. Есть. Вот здесь у нас. Ёбан-бобан, меня тут чуть не убили, блядь. Я сейчас не поняла. Активатор нашли. Отключить. Тихо, отойди. Был отключен. Вот и все.
Задание выполнено. О, Матвей Парсек отличился, да? Или как там его зовут? Матвей будет. А, мертвый песик. Мертвый песик. Матвей. Это какой-то. Не, мне кажется, какой-то поляк. Просто. Пофигу, ну реально же похож на мертвый песик. Он может быть кем угодно, главное, он тащит. Тащишь здесь ты. Судя по рейтингу. Да это все. Херня. Да. Просто это все херня, и такой Тэтчер, знаешь, ласкает свою бороду просто. Просто все в жизни херня, кроме пчел. Найдите заряды с помощью бота. Почему мужикам за бородой так нравится ласкать свою бороду? Не знаю, не ношу бороду. Я ношу. Я задаюсь этим вопросом. Тебе нравится тоже ласкать? Иногда. Ты тоже носишь бороду, дай? Знаешь? Бля, я что-то разведенный сейчас отрастил. Подвал, ребята. Мне реально начинает казаться, когда я чешу, что я типа умнее, размышляю такой весь из себя. Какая ж хуйня. Блядь, вот один в один. Я думаю, что плюс 10 к интеллекту, блядь. Да, да, просто борода есть. Плюс еще очки надеть и вообще просто тебя на любую работу возьмут. У меня есть очки. А если вас между ног прислонить, то будет продолжение мать на лапке. Просто у Дани есть очки, а так он умеет программировать только на 1С, а его берут сеньором, девелопером Ява, да, везде. На 1С не умею. Да даже на 1С не умеет, смотри. HTML, CSS и немножко питона. Немножко питона. В туалете, да, по утрам? Программирует он, блядь, когда все уходят, блядь, питона он. Ребята, кавейры на первом этаже ходят. Блять, как так получилось? У Валькирии 3 хп осталось. Вы нашли деактиватор. Вы потеряли деактиватор. Ну я бы сказал не треть, а половина. Пиздец, блять. Там еще даже... Кавейра бегает за... Допрос. А, ты еще и допрос, блять. Кто босс потом выведите в этот меню, я чайку пойду заварю. Да, нас сейчас выйдут по ходу дела. Но 2-3 не такой плохой результат. Чё, Олег? Жив лишь один оперативник. Нахуя он это сделал? Ну вот вообще, блядь, пиздец, ой, пиздец. Ой, пиздец. What are you doing, man? Команда ликвидирована. Просто фейспалм. Еще так, насажали в попку свинца, такие свинцовые свечки, блин. Противогеморройные такие, оп, свинец вылечит, там стали свинцовые кишки такие, облатанные, как это называется, блядь, изнутри, когда обливают металлом каким-то для закрепления, не помню. Да не, на самом деле не злой. Мне сегодня немножко подпортили настроение, вот я и злой немножко такой. Дитём? Да не дитём, как бы... Ну, есть несколько факторов. А что такое?
долго рассказывать, да и ссоры за зубы не хочется выносить. Тогда ладно. Как-нибудь, когда мужской компанией в Питере соберемся, можно будет перемывать косточки женам, все дела. А, то есть вы со мной встречаться не собираетесь, да? Почему? Ты же наш мужик. А, ну... Ладно. Тут же все пацаны вроде как. Да. Я не понял. Правда, у меня вместо яиц сиськи четвертого размера, а остальное не важно. Ну, это не важно. Да. Ну, все же лучше, чем третьего. Я же свой пацан. Ну, естественно, третьим-то вообще как бы, да, мне... Твой пацан — это вообще почетное звание. А у нас яйца четвертого размера. Ну, слушайте, ну... Все хорошо. Руслан меня называет тиммейтом. Я тиммейт. Да. Не, ну с тобой реально можно как с мужиком поговорить. Как... Слушай, на самом деле с любой заводить. Адекватной женщиной можно поговорить так. Как? Не, нифига. Я не согласен. Если не. Женщина адекватная, то... Знаешь, нет, женщина может быть адекватной, но говорить так можно только с адекватной женщиной, которая не твоя. Ну, вот тоже верно, да. Вот. Сейчас знаток женщин вам ответит. Давайте вопрос. Знаток женщин? Где ты его возьмешь? Кажется, Вася знает чуть больше, чем мы. Вася. И Вася отъехал. Знаток женщин. Нет, я просто придумал один вопрос, но... Это тестирование на знания женщин. Вась, а ты это самое... По-серьезки, мы в мае в Питер собрались, правильно? Абсолютно серьезно, я уже деньги начал откладывать. Я абсолютно на полном серьезе говорю. А сколько ты денег начал откладывать? Ну, в смысле, сколько нужно денег на Питер? Я не знаю, я откладываю где-то там 7000 в месяц, а если чего не хватит, я как бы докину. Дело но в том, что... Если есть вариант вписаться, я могу приехать в Москву завтра. В смысле вписаться? Ну, это молодежный жаргон, Вась, тебе не понять. Укрепляйте позиции. На вписку хочется, а к нам приехать. Ага, на вечеринку, в смысле, закатить? Да, Вась, вечеринку. С наркотой и шлюхами? Если есть. Генератор помех активен. Противнику удалось обнаружить контейнер. Нет, блин, у нас ничего нет. Поэтому. Рубаю глушилку. Или ты думаешь, он нас крышевать будет? Осталось 10 секунд. Гостиницы такие дорогие. Не, на самом деле, я думала, это было... Эй, ехать недолго. Нет, мы... В Питер, я думаю, так. Если мы в здании, то нам надо будет гостиницу снимать. А если поедет компания человек из 4, то можно будет снимать квартиру, это намного дешевле будет, даже если в центре в самом Питера. У меня есть. Просто мы так-то ждали, там я, мы все богатее, Руслан богатее, поэтому не можем себе позволить снимать хату. Не зачем хату снимать? Меня уже пригласили в Питере в хату. А, то есть они будут готовы нас там увидеть, да? Случай. Просто пацаны... Решили, что они будут создать классную тусовку со шлюхами и бухлом, и пригласили Даню. Так что... Да ну серьезно! Все при деньгах будет. Ползи, Лен, сюда. Я отвечу тебя! Жесть! Дань, с тобой и у нас затусить, понимаешь? Сейчас, а зачем? Нахуя это сделал? Я ж тебя могу так попилять. Тихо. Длину смотрите, длину, я вверх смотрю.
Процесс захвата прервали. Устранить противника. Попытки захватить химконтейнер прерваны. Как смотришь? Блин, я плохо смотрю вверх. Не дайте врагу захватить химконтейнер. Она сверху выстрелила, она сверху выстрелила. Со спины меня сняли, сзади хибана зашла. Не дайте врагу возобновить процесс захвата. Нет, блин, сиди, вот вы в защите же. Противник пытается захватить химконтейнер, помешайте им. Противник жив. В смысле, ты почему? Подожди, хибану я убил, начнем с этого. Я не убил потом Эш. Ты... Она подошла к тебе и просто смотрела на тебя в лицо снизу вверх, а ты такой, ну, норм. Не-не-не, я же ее загасил. Хотя мы едем на этом самом, на Сапсане или нет? Или на самолете? Подожди, какой на... Вы едете на попусках. Мы едем на Сапсане. На Сапсане, все, окей. Сапсане, да. Макс, знаешь, что мы к нему приедем? Да, надо с ним просто обговорить, какие из праздников, первые или вторые. Лена, ты знаешь, что мы к тебе приедем? Лена, у тебя день рождения 29-го, но мы приезжаем в начале мая, так что извини. В начале, да. Фотка, ты... Ваша задача — подожди, Лена еще про себя так сказала, то есть Серегу ты нам показывать не собираешься, да? Знакомьтесь, мальчики, это мой Сережа. Место нахождения объекта установлено. Так что будете скидывать фотки. Подожди, а ты вот не планируешь, да? Угу. Почему? Я в мае еду в Ульяновск. Блин, ну давай на одних праздниках в Питер, а потом в Ульяновск. На этих двух праздниках я в Ульяновск. С нами не летишь? Нет. А то один в Голландию собрался, другой в Ульяновск. Не, я сначала в Питер тогда, раз такой расклад. Захватите его. Потом... Потом уже потом. С вами пиздоболами я никуда не еду и не лечу, блять. Потому что никто из вас никуда не поедет, блядь. Я в Голландию точно полечу. Ну, если... Слушай, я на полном серьезе собираюсь в Питер. Я тоже. То есть ты просто из-за того, что нам не веришь, поедешь в Ульяновск, да? Нет, я в Ульяновск поеду, потому что у меня мама не видела год ребенка. Внучку. Которая растет и меняется. Это первое. Второе. У моей мамы день рождения 10 мая. Так давай на 1 майский. На 1 майский я уже выезжаю. Я выезжаю на все майские. Тут и... Термит есть? Я термит. Так иди сюда ко мне. Рук сверху. Со второго этажа идет. Бегу к тебе. Бать копать, ты что-то далеко. Меняю магазин! Психанул? Блять, да ты еще и внизу. А, сейчас тебя там убьют, кстати, на втором этаже. Ну, здесь рук был. А, рук внизу уже мертвый. Ставь вот сюда. Ты что, издеваешься? Вот сюда. Ставь и тут. Ну почему вы с Леной никогда не видите точек, блять? Новую
дверь. Теперь ставь туда. Нарушена работа. Устранить врага и возобновить охрану контейнера. Прекратить все действия. Противник близко. Охраняйте химконтейнер. Устраните угрозу. В живых один оперативник. Они все внизу. Внизу, да? Да. Все в подвале. Провал задания. Команде не удалось захватить химконтейнер. Ну, мы старались. Этим. Как-то мы один раз толпой собирались. Года. Так, 3, наверное, назад. Съездить в Крым. К обороне. Враг не должен. Макс ехал по любому. Контейнер. Потому что у них медового месяца было. Магазин Слава, меняю! Листат, Вася был. В общем, пиздеж был. Это вообще не, конкретный, не, блядь. Я не собирался. Вот. В итоге мы с Максом поехали. Учитывая, что мы вообще не планировали ехать никуда. Бот врага нашел химконтейнер. Ладно, Рус, я понял твою идею, что мы только договариваемся, никуда в итоге не поедем. Да нет, я все равно не поеду. Мой, у меня план. Я понял, я понял. Ну вряд ли вы куда-то поедете. Ну, я поеду. Если мне дают визу, я поеду в Голландию. И, наверное, в Питер сгоняю. Противник обнаружил химконтейнер. Я поеду, если кто-нибудь поедет, кроме меня. Если Даня и Женя соблаговолятся поехать, если я один, то я поеду. Все понятно, у вас если столько, блядь, что охуеть можно. Нет, у нас если только одно. Да, то есть, если Макс нас ждет. Поедет, то есть, если Макс нас будет ждать, то Даня едет, а если едет Даня, то еду я. Вот и все. А если у бабушки был бы хуй, она бы звалась бы дедушкой. Да ладно, ты можешь... Я говорю, что прям 100% мы поедем, но большая вероятность этого есть. Да тут да. Тут тебя убили вообще. Над прачечной как подниматься, вот оттуда зашли. На второй этаж. Да какого хера, блядь? Угу, она же. О, Лена ее накуканила. Меняю магазин! Там... Прям пузом своим елозит. Вася там ранили, потому что кашляет. Один оперативник еще жив. Провал. Да. Группа устранена. Даже не размялась. Вы что-то какие-то рассеянные. Да что-то... Я целый тортик вафельный шоколадный съел. Хорошо тебе, наверное. Заебись вообще. И чай с лимончиком. Нужно найти химконтейнер.
второй этаж, походу. Поздравляю. Команде удалось найти хим-контейнер. Я нашел. Начнем через 10 секунд. До начала 5 секунд. Спальня, что ли? Да, у них капкан стоит прямо на входе. Обнаружьте и захватите хим-контейнер. О, ребят, не бегите так быстро, то вас убьют. Какого хера этот второй хуй нас, меня не прикрывал? А, он меня не прикрывал, потому что его убили первым. Я отомстил. Спасибо. Эй! Давай, Руси. Seriously, why would you do that? Just stay with the team, you idiot. На тебя зданий. Тихо. Там уже, просто на первом этаже ходила. Дань, мне кажется, в детской кто-то есть. Shoot that wall, Glass. Shoot through that wall. Glass, just shoot through the wall back then. Да вытащи ты хуй изо рта и скажи нормально. Капкан. Блять, хотел его убить. Охрану контейнера прекратить. Хотел его убить, знаешь, пока он с тобой кончил. Команда ликвидирована. Мне кажется, надо собраться. Да. Пора. Надо собраться, я говорю. Когда уже Данис перейдет с Wi-Fi, блять, на нормальный интернет, да? Что? Да, не парься. Зато, Лен, понимаешь, зато. Зато. Завтра. Я вот себе специально кабель купил, блять, у меня роутер находится в хуевой жопе. Я тебе купил 10-метровый кабель, чтобы провести из хуевой жопы кабель к своему ноутбуку на кухню. Неплохо. Потому что я понял, что Wi-Fi это говно. Да. Заводи, нужно больше страданий. Какие страдания? По сравнению с Тарковым, я тебя умоляю. В Таркове даже победа страдания. Да. Потому что ты думаешь, что ты мог бы вынести больше. Да. Серёж. О, Рус. О, погнали с козырных. В мае, скажи. Нет, в Вологду поедем послезавтра. Туда ехать 5.5 часов на машине. Я просто только что подумала об этом. Там сливочная масса. Где? Там, я был в Вологде. Вот Руслан даже поет. У меня батя родом из Вологды. Library. This is library. Из библиотеки Вологды. Вот. Смотри, какие у нас варианты. Карелия. Library. Карелия. Выборг. Карелию езжайте. В этот Великий Новгород. Ивангород. Ивангород. Тверь. Ивангород? Да. Слушай, вы прям по местам моего батя прошлись. Карелия, он родился, в Вологде он жил до окончания школы.
А Ивангород просто... Ебать, да вы сейчас должны друг другу родинки показать на жопе, что вы, блядь, родственники. Нет, я вообще не в России родилась. Единственное, что у меня нет родинок на жопе. Я чурочка. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану. Где ты родилась? Это тебе Вова, значит, кричит каждую игру, да? Чурочка, там есть? Блядь, ну кто за долбоёб, блядь, закрыл дверь нахуй перед носом, блядь? Откуда ты, Лен? Не, я без подкола. Я просто не интересуюсь. Беларусь. Разведбот врага нашел химконтейнер. Чем тут что? Нормально. Лена Еремян. Стена усилена. Ну точнее, я там родилась. Все родственники мамы у меня из Краснодарского края, все родственники папы у меня из. Разведбот противника обнаружил контейнер. Ебучий бот 0, Вася 1. А хули тут на контейнере опять только мы с Леной остались? А, ну ладно, давайте. А, это нас убивает. Ну хули мы на контейнере только мы с Леной остались? Здесь же раньше не было. Ну пиздец. А я там не поставила это, да? Сука, меня убили, бляди ёбаные. Блять, это нахуй, я ж хуежа, блять. Господи, сука, что это вообще? Пиздец просто она. Вася, живи. Какой Вася, живи? Она меня убила, я ее даже увидеть не успел. Тихо. Даня, ты где музыку слушаешь? Нахуел? Тут нет никого. Вот здесь вот справа, 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 блядь. Один оперативник жив. Поздно заметил. Вон оттуда, Лен, да, вот отсюда. Выпрямись, ёбаный завод. Там в окне. Поражение. Лен, у тебя не было шансов, Лен. Куда нам с тобой еще не пускаться, да? Дайте нам уже таких оперативников, которые первый раз играют вообще в Rainbow Six, да, Лен? Да нет, на самом вам деле, только когда дали. Я одна, я очень хорошо играю. У меня прям серьезно. Ты из меди 4 вышла, очень хорошо играешь. Я вот вышла, когда я вышла из меди 4, с вами поиграла, опять зашла. Может, все-таки это команда? Да. Мы просто на одном уровне все играем. В меди 4. Может, в тиме Раки? Клац-клац, с чего ты взял? Клац-клац, мне так кажется. Нужно найти химконтейнер. Я чувствую, что он в подвале. Кто? Химконтейнер. Это библиотека. This is library. Поздравляю. Гармонте удалось найти химконтейнер. Ну, я так и сказал. Так, у нас есть термит, у нас есть Тэтчер, сейчас мы будем их проебашивать. Термит и Тэтчера. Потому что мне кажется, сделать все грамотно, ты же понимаешь. А, нам даже особо Тэтчер не... А, нет, Тэтчер нужен, у него бандит есть. Идите к точке, где находится объект. Пусть не увидите сам в начале раунда. Прикинь, ну я убил. Ставь. Ставь. Все, убил? Нет. Вот сюда ставь. Блин, здесь что-то есть, что ли? Сука.
Долго ты тележился. Да хер знает, мы сейчас, наверное, уже все расходимся. Ну пойдем, возьмем тебя, что ты. Наверное, одну игру еще сыграем. Че вы ссыте, надо вот так вот ходить просто. Не успел, не успел. Я его убил перед тем, как он слишком взорвал. Да-да-да, здесь я слышу С4 над дверью. У меня нас здесь обнаружили. Был... Тут меня обнаружили-то. А они боты могут пускать? Нет, этот у них может камера. Летать. Смотри на потолке. Блять, пиздец, меня убили из маленькой комнаты. Рус, ты где был-то? Даня, ты можешь там спуститься на первый этаж? Я уже на первом. Заходите, там в маленькой комнате сидит Фрус. Один противник. Вот и все, заходите, блять. Еще 10 секунд. Жив один оперативник. Охуенно за ним хрустит. Задание выполнено. Да, у тебя сейчас должно фолловеров прибавиться просто. Не, ну как Даню замочили, я вообще охуеваю. Блин, я не знаю, я в него прям четко стрелял. Че, гараж сработаем или нет? Ну да, че нет. Мьюта кто-то возьмет? Давай я возьму. Ты только скажи, где поставить. На гараже, да? Один, еще... один раз просто на гараже ставь и все. А, в самом начале. А дальше делаешь, я уже да? сработаю. Они ее снимут этой, потом я уже аккумулятором буду играть. А где еще поставить? Да где хочешь больше ставь. На лестнице ставь там. Под каслом, наверное. Да, под каслом ставь. К обороне. Враг не должен обнаружить хим-контейнер. Давай. Нашел хим-контейнер. Десять секунд. Осталось 5 секунд. Разведбот противника обнаружил контейнер. Все, бегу. Закрой вот эту стену. Ну, боковую вот. Кто может закрыть? Я не могу. Даня, у тебя есть? Вот это закрой. Нет. Что значит, по-моему, нет? Посмотри, ёпты. Нету, нету. Все, ребят. Сидим, ждем. А что вы закрыли, блядь? Раз, два и одну вот эту я закрыл. Вы что закрыли? Мы погреб закрыли. Да очком все закрыли. Блядь, через длинный погреб чувак зашел. А как мы же там все закрыли? Лен, Лен. Как он зашел-то? Вась. Чего? Как он зашел-то? Мы же там все закрыли. Зашел. Ебать, там уже идут, ребят.
Винный погреб, смотри. Я смотрю. Лен, не уходи. Как он зашел? Ты, мать твою, там, сука, стреляет. Я даже не понимаю, как зашел. Вон, а, вот, отсюда. Лежи там, лежи. Не вставай, не двигайся, просто лежи. Ты как? Леня. Пусть кидают, лежи. Скажите, если нужна помощь. Лежи, Лена, не вставай, лежи. Лежи. Нет, да, ХП снимает. Жив лишь один противник. Молодец. Одного. Красава. Блин, там же... Идет. Четверть у него. Наша девочка. Нет. Тихо, кровать. Тихо, тихо. Задание выполнено. Противник устранен. Спасибо, я такой охуенный. Не, Лена была охуеннее все-таки. Ты должен это признать. Да, я всегда признаю. Хотя, у тебя 5 фрагов, у Лены 4, блядь. Мы с Даней вообще непонятно, чем занимаемся, подруги. Подсказывайте. Кого убивать? Мы в Питер собираемся. Электболт, походу дела, с нами едет в Питер. Ваша задача — обнаружить химконтейнер. Чё, ставлю на кухню. Ставь, но на кухню контейнера не будет. Мне кажется, This is library будет. Поздравляю. Команде удалось найти химконтейнер. Ебать, что это, подвал? Опять подвал? А, они же подвал не затащили. Я об этом не подумал. Да вы вообще слушаете, что я говорю? Я ведь именно эту фразу-то и сказала. Вы чё? Нет. Ты же баба, мы поэтому тебя не слушаем. Бабу нельзя слушать. Начнём через 10 секунд. 5 секунд. Сейчас Вова напишет, да, красавчик. Ты представляешь, насколько мы кончены. Идите к точке, где находится объект. Вова написал, красавчик. Молодец, Лен. Термит где? На первом этаже здесь. Я тут. Где ты тут? Я сзади тебя. Подожди, стой, отойди, ничего не ставь. Отключаем девайсы. Я сама ночь. Мой выход. Угу, вот здесь. Подожди, ставь. Да? Да. Эми граната. Сменим кондерей. Справа. О, Даня как кислит. Стоит уже, ползает. Куда он делся-то? Куда он делся-то, реально? Он здесь был, справа ушел. Сука. Даня, ты меняю магазин! Ну, блять, куда ты ушел? Он вон там, он. Отметила. Вот отметила. Все, я ранила. Блять, моего петуха добивает. Ну что ты за человек? Я ранила бандита, куда он делся? Вот, ну, видишь, кровавый самый след, Вась. Вот это бандит полз. Куда он отполз? Ну куда ты отполз? Что за херня? Там еще один. Отлично. Спаси эту точку. Тихо. Иди. А...
Ловушка. Вон он на углу, Вася, слева в углу был. Метку. Нет, не здесь он был в углу. Противник. Вот здесь, да. Красавчик, ты такой классный. Фрост идет. Сверху будет сбегать. Сзади. Победа. Противник. Читер говорит. Видишь, я отвлек эту суку. Тебя просто ее ждали. Да, Даня охуенно прикрыл, он потому что круто, блядь. Охуенно, блядь. Столовая, ребятки. Репорт говорит, читер, понимаешь? Я так и не поняла, про кого это. Про меня. Я бандита убил, этот бандит написал. Так вот, собственно говоря, я и говорю, что он стоит слева. И, видимо, вы меня не поняли. А я его там видела. А во, блядь. Блядь, токсичная херня включилась. Дуч. К обороне. Враг не должен обнаружить хим-контейнер. Думаешь, если ты на английском напишешь, он тебя поймет, блядь? Неплохо, блядь. Сучара. Найс трай, блядь. Разведбот врага нашел хим-контейнер. Неплохо, сэк. Что происходит? Дверь укреплена! Пришли там, сейчас его там. Ты чего хотела такой? Тихо. Пока жена такая глаза сделала по 5 рублей. Ты че охуел, что ли? Такой тихо, я блин. Еще 10 секунд. Скайпу сделать. У вас 5 секунд. Не дайте врагу добраться до объекта. Поселок установлен. Откатается. Вот здесь можно закрыть? У Лены всегда найдется стенка. Хозяюшка ты наша. Где? Вот рядом, вот здесь закрой. Вот. Вы нихуя стыкачите. Вы перед окном маячите. Блядь, вы такие нари, блядь. Вы что, играть не умеете, что ли? Вон оттуда зашли. Да, не все, конечно. Как дно. Я у этой булочки посижу. Тебя убьют в ноги. Вот сейчас тебя убьют оттуда. Откуда? Вон где там дверька поломалась. Ну ты смотри туда, я смотрю сюда. Дань, туда Вася смотрит, он там всех обещал. Там видишь наш чувак? Опа. Вась, ты смотри только туда, да. И уйди из дырки снизу. На как дырка. Откуда ломают? Вот здесь ломают. Конечно, уходи оттуда. Вась, не лезь, не вылази, пожалуйста. Там у тебя внизу под ногами дверька. Убили Даню. Он пробил член. Ты видишь? Он пробил член. Все, пошли оттуда, где мы. Один оперативник еще жив. Да все там, блядь. Провал. Группа устранена. Василий, ну что ты не уследил-то так, а? Ну как-то, когда 5 против 2, сложновато уследить. Блядь, а дырок немножко чуть более, чем дохуя. Блядь, как такую игру слить вообще? Мы еще не слили, нам сейчас надо победить. У меня чувак, который у них на первом месте есть в друзьях. Ну и скажи ему, чтобы сливал. Хули ты сидишь.
Типа ёпта? Да. Да хуя, ну у тебя друзья. Одни ники что-то говорят. Так, о, чему? Лол. Ваша задача — обнаружить хим-контейнер. Ребят, почему я в друзьях какие-то долбоёбы? Вот это неудивительно, блядь. Ну да, мы же тоже у неё в друзьях, да? Место нахождения объекта установлено. Подвал, блядь. Даня, Даня. А, они же два раза в меня. Дони там пошел сначала пизды дал, а теперь ему пизды дают, походу. До начала 10 секунд. Нет, такой серьезный, с разбитым ебалом, блядь, нет. Осталось 5 секунд. Термит идет с нами. Обнаружьте и захватите химконтейнер. Сверху, чтоб вас не убили, смотрите. Господи, почему я блиц? Что происходит? Потому что ты, блядь, чувака увидела, блядь, и потекла она. Вместо того, чтобы играть. Понятно. Он так перебирает ножками, как гейша. Тише, ты, господи. На правую иди ставь. Ставится или там тоже электричество? Включаем девайсы. Я здесь проходами команды. Блять, вырубил. Разъели, съели. Ставь. Я даже не видел, меня ослепило. Не убил. Всем убью. Ставь. Да. Нет, у него еще одна есть. Он сейчас несет. Взрывай. Да, там это. Да, прикинь. Как? Блять. Все. Блин. Все, блять, вдвоем разбежались, блять. Че он там, пиздянок отсыпал бот? Да, 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 у тебя же. Ага, блять, такая толпа даунов, блять. Вы нормальные? Оперативник. Сука. Да почти. Бля, ребят, вы почему такие днари просто? Вот, блядь, как стадо баранов просто. Бесполезный. Да бесполезный это, блядь, еще. Это вообще нормально сказано, блядь. Гараж опять. Беру бандита, возьмите мьюта. Даня, блядь, попроси, чтобы тебе потом пиздюля надавали. И каслу надо взять. Ни мьюта никто нихуя не возьмет. Ух, ебать, такие донные просто, блять. Ну хорошо, хоть касл появился. Ну, маэстро, между прочим, он норм, если грамотно камеры поставить. Да это же Даня, блять. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Кто я? Пиздец вы, блядь, ушлёпки. Маэстро, двое, блядь. Ушли фаны, блядь. Пришли играть, блядь. Закрой ты уже эту дверь, блядь. Противнику удалось обнаружить. Полезник. Ничего не говорите сейчас, тихо. Укрепил стену! Укрепил стену! И четыре есть! Поставил устройство.
Так, где этот самый бот-то? Ты видишь? О, блять, как это получилось, блять, кончи-то нахуй. Пытается захватить контейнер, помешайте. Не лезь. Не... Справа. Я не успел. Группа устранена. Скажи в слове не лезь, ты чё? Что вот не понял? Я не успел эти. Чего ты не успел, блядь? Что ты не вылез успел? На прострел, ты блядь. Нахуй ты на... Нахуй ты вылез, а не на прострел. Ебать, такое ощущение, блядь, как будто я с даунами играю в команде, блядь. Я троих убил. Да при чем тут троих? Вот нахуя ты вышел, блядь, нахуя? Ты убил двоих. Ты зачем из прохода вышел? Ты что, карту не знаешь? Ты не знаешь, что там, блядь, вскрыто, нахуй? Как, блядь, банка консервная. А у тебя, блядь, чего глаза там? А где, блядь? На жопе, что ли, блядь? Мне интересно просто послушать на крики Руслана в полный голос. Вот эти вот, не эти злые шептания, а... Пиздец просто, блядь. Нет. Как будто я, блядь, пришел на пруд, блядь. Наловил четырех раков, блядь. И давай с ними играть, блядь. С этими четырьмя раками, блядь. И знаешь, я такой раком говорю, пойдем играть в радугу. Они такие, такой, да, будешь играть в радугу. Клац-клац. Да, клац-клац, блядь. Это, подвал. Акт. Лен, а, Лене говорю, ага, Лен, так раки так не говорят. Поздравляю, команде удалось... Лена, расскажи, да, кто же так говорит? Вот так вот. Начнем через 10 секунд. Ой, блин, вот хорошие девочки, которые попадут в рай. Идите к точке, где находится объект. Сишка. Ставь на правую. Ставь. Две убил. Брошу ими гранату. Убил. Ставь. Все, не пробьем уже. Взрывай. О, пробили. Ох, ебать, охуенно. Доня, где ты? Ты соснул, что ли? Что, Доня? Даня, блядь, ну что такое? Патроны кончились! Батьку пусеет, сишку бросит. Я себе, это как такое произошло, блядь? Бот, ребята, как... здесь эхо. Меня даже убило внезапно. Вась, эхо в правой комнатке. За готовьте стенки. Позиции, охраняйте контейнер. В правой комнате противник я смотрю. Противник близко. Выход. Охраняйте контейнер. Устраните угрозу. Фрост на лестнице была со второго этажа. Команда уничтожила врага. Блять, вы не такие бесполезные. Смотри, в ёбыч прям, прикинь. Пиздец, говорит, а это... Да, а это тебе подарочек. Шлюха. Канас, значит, гараж защитим или не сможем, блядь? Возьмет? Кто-нибудь этого, Тэтчер, этого возьмет?
Я мета. Мета, мета, да. Давайте, парни, давайте, и девушки, давайте просто одну игру играем. Этот, блядь, сейчас залагает, блядь, все понятно, да. Кто залагает? Да этот выборочный полк. Электболк. Электболк. Батарейки в дань сели уже зарядить пора. Да серьезно, Google женщина, которая замедлена в два раза. Google женщина. Так. Просто, ребятки. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Нашел хим-контейнер. Так, короче, здесь стены пропадают, здесь... 10 секунд. У вас 5 секунд. Не дайте врагу добраться до объекта. На нуле! Ребят, я бегу вниз, там дверь открыта. Да. Вон тут сторону прикройте кто-нибудь. Закрой, Вась, вон ту, дверь закрой. Я на камерах. Вась, вон туда. А касл не закрыл, блядь? Кто касл нахуй? Касл не я, я мьют. Сука. Аккуратнее, ребят. Сейчас здесь будут ломать. Все. По точкам рассредоточьтесь. Ну, я смотрю три лестницы. Не лезь, не лезь, Вася, не лезь. Сейчас его пока убьют там. Пока никого нет. Смотрит же туда. Все, не лезь, уйди к нему. Бот он спускается. Все. Аккуратнее, ребят, аккуратнее, не спешите. Сучара. В стенке отмечаю, ломаю. О, тихо, твоя мать. Отмечаю, ломаю, ребята. Двое зашли. В смысле, а как меня убили? Жив один оперативник. Идет Эш. Эш идет. Отметила. И Хибана тоже отметила. Еще 15 секунд. Попытки захватить... Здесь процесс пошла. Захвата прервали. Устранить противника. Попытки захватить хим-контейнер прерваны. Блять. Группа провалила задание. Ну да, здесь мы херово сыграли. Надо было, блядь, закрыться в этой комнате. Меня вообще никто не прикрывал. Я лежу, блин, инфу всем даю, камера. Меня просто это... Я же тебе сказал, что там что там тип через дырку убивает. Нет, он прям ко мне подошел, понимаешь? Он прям мне на лицо сел. То есть он успел даже зайти, подойти. Я смотрела камеру.
Вова там, блядь, кислоту пускает, блядь. Вова пусть зайдет. Поиграет, кислоту он пускает. Да он... Он только базарить может. Ага, Вова такой. Вот это вот разговоры он разговаривает. А результат показать не может. Че, еще играем или че? Остановите тогда. Денис позовем. Кто это? Похуй, кто поможет. Ладно, пойду, да, хоть рабочую одежду сниму, еще приду. Ты в рабочей одежде прям пришла и начала гамать. А почему у вас медь? Чего? Почему я медь? Тебе объяснить, почему я медь? Почему все медь? Почему все медь? Потому что она больше не способна, блядь. Да, такая ситуация. Сейчас приду. Что? Нет, до оргазма точно нет. А о чем разговор? Да? О чем разговор? Да-да. Про оргазм. Не, просто фраза такая, до оргазма точно нет. Вот я интересуюсь, да, я о чем говорю, разговор. Сережа, я говорю, эти мальчишки меня доведут. И он говорит, лишь бы только не до оргазма. А, то есть ты вот так вот нас воспринимаешь, да? Ну ладно. Ну, я говорю, до оргазма-то точно нет. Не то чтобы я вас не верю. Ты слышал? Скорее я не буду проверять. Мы не способны женщину довести до оргазма, Елена. Да, она так думает. Да, да вы просто, ты понимаешь. Да, я тоже так. На самом деле, сикать будет на всю хату. Руслан, да. Придет время когда-нибудь. Посмотрим, кто из нас еще всекать будет на всю хату. Встретимся в здании Арсенала Сан-Франциско. О. Но мы еще не одну игру играем. Нет. Просто Денис сейчас придет. Если не одну игру мы будем играть, Денис придет. Я еще собираюсь играть тут, блядь. За Дениса. Ребят, а можем перейти в этот изи конференцию? Ага. Давайте в радугу там. Hello. Да, здорово. Привет, ребята. Здорово, Денис. Привет. Блять, а где Вася, блядь? Он на ручнике, что ли? Вася, ты пришел? Да, блядь, я пришел, я редиску ел, что ты от меня хочешь? Ты маленький, редиску кушал. Да хули. Что еще с вами делать, блядь? Всю хату не заливаете, да? Да-да-да-да-да-да. Оргазмов не испытываете, значит, что еще делать? Ты только редиску кушал. Ничего, вы там, молодой человек, заводите с нами? Заводим. Заводим. Дрын-дын-дын. Денис. Дрын-дын-дын. Денис. Дрын-дын. Денис. Все, я его пригласил. А чувак удалил меня из друзей, представляешь? А потому что зачем с такой Нариной играть? Зря я акцентировал его внимание, что в друзьях. Он такой подумал. Добавить прозвище. Петух напиши. Какой-то хуёвый тип, но тащит. А, он, наверное, услышал, что ты девушка. И смотри, печати, и смотри, на главную страницу перейди, на главную страницу. Внизу видишь испытание. Первую точечку выбери. И ты такой, вот когда ты этот комментарий пишешь, но тащит, позвони. Видишь эту картинку? 2019 коллекшн.
под словом клаб есть точечки такие. Первую точечку выбери мышкой. Курсором. Так, подожди, под словом клаб? Да, на главной странице есть этот, картинка. И там так. Точечки. Ну, вот первую выбери. Так. Выбрала? Ну. Видишь эту? Да, Кайоби? Да, которая, позвони мне, типа. Ага. И ты также этому чуваку писал. Блин, мне кажется, что какой-то... Заводите игру. Него, какой-то у него разрыв шаблона, то есть ник в Дискорде good boy, а в Uplay bad boy. Не могу определиться. Самое главное, чтобы в жизни он не был леди-бой. Мне кажется, ли он в золоте? В золоте. Но мы быстро исправим. Ой, да. Ты вообще даже не думаешь, что ты в золоте. Вообще забудь просто это слово. А Вася вообще сколько играет в эту... 15. Да. Ой, карта классная, да, ребят? Неизвестная, да? То есть мне сейчас надо перестать чистить морковку и присоединиться к вам, да? Че, хамам? А, блин, здесь хамама нет. Тебе лишь бы в хамам с мужиками сходить. Блин, Вася, обожаю хамам. Это звучало стрёмно. А, то есть Лена с мужиками в хамам ходить, это не стрёмно. Не, ой, ну мне кажется, уже просто есть, все, уже, все уже привыкли к этой хуйне, Руслан. Прям вообще. Ну, хуй, на тёрка яичек, это не очень приятно. Тёрка яичек? Ну это да, это прям вообще так себе и звучит, и на вкус. Дань, может, ну, на вкус-то я не знаю, но... В телеграммы ты все поймешь. Сейчас кто, загляну. Кто о чем, ну этот... Блять, не дай бог там Васин член в телеграмме. Блядь, ты серьезно? Я ж тебе говорю серьезно. Да. Я не знаю, ну киньте, меня-то там нет у вас, киньте хоть в общий чат, ну Вась, ну что за дискриминация? Он там занимается теркой морковки. Бабам ну, вот не место там. Не теркой, а чисткой. Ты сказал, я чищу морковку, блять. Что не ясно. Ну, Руслан, я не баба. Ну ладно, ну ты же знаешь, слово баба это у меня не ругательное. Я тиммейт, я не баба. Нет. Лен, я просто в самом буквальном смысле чищу морковку и скинул типам, что я... А, вообще-то карта с хамамом. Я бы хочу с ней прямо с хамам? Да. Ну ладно. Женщина хочет. На самом деле я правда очень-очень сильно бы... Противнику удалось обнаружить хамам. Женщина ходит, У него самого уже давно хамама не было. Другого-то? Нет, говорю, у него уже давно у самого хамама не было. Мне послышалось, что у Вовы не было хамама. Нет, я говорю, Руслан нахрушит, как правильно ходить. Хамама, это же их баня, да? Какая их баня, турецкая, я не турок, мать твою. Их баня очень сейчас плохо звучало. Я имею в виду мусульманская баня. Это ваша баня. Ну такая, да? Черная такая, с накипью. С пригрию. Да. Лен, я просто хотел сказать мусульманская, но ты просто настолько добавила, что просто включился повар такой. Повар спрашивает у повара. Знаете, это мемасик с поваром, да? Это... Повар спрашивает у повара. Какова твоя профессия? Нет, 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 это не мемасик с поваром. А про повара расиста. А, ну да, да. Тихо. Там пацан блядь, страдал. Вашу мать. Там ебана была. Денис, там еще есть люди. Поджимай. Вот она. Была. Жив лишь один противник. Там Лена зажигает. Yes. Чуваки у нас на точке, меня фьюз вынес. В смысле, чуваки у нас на точке? На точке, и меня вынес фьюз сверху.
Да. Меня тоже. Благодар... А ты вот так сказал, Лена открыла, блядь, окно, залезла туда и умерла, блядь. А зачем? А ты потому что так сказал, блядь. Хорошо, надо было сказать, чуваки на точке Пьюз, не лезьте, да? Чуваки, не лезьте на точку Пьюз. Ты сказал, чуваки на точке, и Лена пошла смотреть. Да, я сказала, что ты сказал, что там кто-то есть на точке, я пошла их убивать. Что я сказал, что там... Я в будущем буду более осмотреть. Да. Будь добр. Уж как-нибудь, да, постарайся. Там Фьюз, он не откроет здесь. Он откроет только там, у тебя Денис пройдет. А кто у нас мьют остался? Я. Он пройдет только там, это стопудово. Слева. А он слева ходит. О, да он не откроет двери, это Фьюз. У меня жемки стоят везде. Он двери не взорвет. Можно пока хлеб приготовить. Ой, здесь миско должно быть. У вас 15 секунд. Меня бежит. Да, да, конечно. Всего 10 секунд. Вон он, да. Задание выполнено. Противник устранен. Хоть он хитрый. Упреждение нормально. Маверик на самом деле классный. Просто он может прожигать даже наэлектризованные стены, мне кажется, это какой-то... Ваша задача — обнаружить химконтейнер. Так. Первый этаж как будто, судя по звукам, нет? Все может быть. Угу. Поздравляю! Команде удалось найти химконтейнер. Ваш. Мьют у них есть. У них клэш есть. Угу. У вас клэш еще 10 секунд. Шлюха? Нет. С щитом. Да. У вас еще 5 секунд. Нет. Такой. Вася, ты принципиально не едешь? Обнаружьте и захватите химконтейнер. Он поломался, блять, ему там запаску несли, блять. Вася, морковка. Вася не может отвлекаться от нашей глупости. Вася, начитил. Ты верно, Лен, поняла. Я начитил. Сейчас я ее режу. Блять! Откуда? 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 На лестнице этого, Валькирия была. Это капкан на лестнице сидит. Меня убил. И он пошел наверх потом. Разведвод запущен. Вот стой. Тебе откуда? Откуда? Куда ты смотрела или нет? Да. Куда я смотрела? Оттуда и... Там был капкан, он потом пошел наверх, на третий этаж. Блять, заминировано. Че, сзади обошел, что ли? Угу. Лестницы? Да, со стороны лестницы сзади обошел снизу. Угу. И лестница Валькирия убегала на лестницу. Было давно, но там. Судя по звукам, это тёлка это сзади. Блять, я в него стрелял, сука. Тихо, откуда? Левей.
Это же это баба электрическая. Группа нейтрализована. Зачем ты повернулся к ней спиной, скажи мне честно? Там их двое было. Я же убил. Столовая? Ну, давайте. Да, да, не ожидал я тебя такого. Да я сам не ожидал. Да. Для меня Дани вообще эталон джентльмена, блядь, и тут нахуй. Руслан, ты кого привел? Да нормально он всегда был, это у него случайность. Даня, выйди, зайди нормально. Сейчас, погодите. Здравствуйте. Привет, Дань, как дела? Подготовьтесь к обороне хим-контейнера. Пиздец. А чё сейчас был? Что за бедлан заходил? Ой, да не знаю, вообще... Эти мужчины меня разочаровывают. Как-то звучало, блядь, даже сказать сексизм, блядь, не скажешь даже. Ебать, блядь, шах и мат. Используй глушилку. Еще 10 секунд. 5 секунд. Здравствуйте. Ебать, ты что сделал? Господи, я сейчас просто чуть не откинул. Разведбот противника обнаружил контейнер. У меня сердечко это... закончилось. Закрой, пожалуйста, еще раз. Отрубленный свет. Отходи. Так, и вот тут. Блядь, я остался в жопе в какой-то. Охуел, блять. Твич, что ли, у них? Да. Денис, вот я отметил. Двоих. Успел. Вася, что ты делаешь? Зачем ты стреляешь в стену? Еще одного отметил. Блять. Вот я же стояла наверху. Я сидела. Да. Как так-то? Точку видишь? Вась. Да давай, гаси его, гаси! Один оперативник жив. Враг захватывает хим-контейнер. Поражение. Противнику удалось захватить объект. Да, нормально-то. Вова до сих пор тебя смотрит? Mm-mm. Эх. Даня, у тебя инста тоже на английском теперь, да? Не знаю, наверное. Да.
коммент, там все. Ваша задача обнаружить химконтейнер. Это фишка инсты. Отлично. Удалось обнаружить контейнер. Я, блядь, объявлен год английского языка, блядь. Количество нахуй переводов в Инстаграме уменьшено вдвое. Пока Вася морковку там не дочистит, мы её не будем тащить. Да. Начнем через 10 секунд. Осталось 5 секунд. Контейнер обнаружен. Захватите его. Вот эти твари жестокие, ну. Вот этот балкон. Обычно сюда выбегают, начинают выносить. Дань, бросай дым туда. У меня здесь. Там двое. Да... В пизду, блядь, эту игру. Бамбалая. Man, how do you do this puzzle? I realized after the first blue, red, green that I was wrong. Fuck. It's hey, red, green, blue. Speed run. Making notes on the reverse phone tech. What? Thank you. Thanks, Ono and Fluffy Abyss. And thanks, It Bidoo and Celdric. Thank and you. And Rhythm LP and Dayman. Thank you. Man, what the hell?